Всем привет, ребята! Ну что, решил я вам записать обзорчик сразу же здесь, на Китайке, с новым героем, с другой сборочкой, чтобы вы уже понимали, видели, показывал я вам ремочный вариант, он был самый такой интересный, оптимальный. Сейчас я вам покажу немножко другой вариант, это у нас будет священный огонь, который мы сейчас поставим на этого героя, плюс ремка рунами. То есть дафная сборка, я показывал вам, что герой очень сильно проседает, и это основная, скажем так, беда этого героя, поэтому надо ему немножко дафа подкачать. Ну, можно, конечно, прорыв до 20-го качнуть, но я думаю, что этот герой того не стоит, поэтому мы сделаем так и поставим ему максималку, сделаем, сразу же улучшим на максимум. Если только у меня там рунки есть, но рунки должны быть. Так, есть. То есть такая вот сборка будет. Тут от стана мы поставим слона. Сейчас я гляну, что там у меня по рунам, а то я так включаю. Здесь хватает еще руки. То есть такая вот сборочка. Что могу вам сказать? Передача энергии у нас будет стоять. Девятый священный огонь, 90% жизни, 60% дефу. Вот такая вот сборка со звездями. Мы ролили, собирали его на уклонение. Сейчас попробуем уже максимум сделать, словить пятерочку и потестить его уже хотя бы пятерочку. Хотя можно было этого не делать, то есть этого вполне хватает, но я уже хочу его довести, скажем так, до ума. Опять четверка. Вывести с него максимум, чтобы уже вы понимали, отлично, пятерка. Стоит этот герой вложенных в него ресурсов или нет? Отлично, сделаем вот так вот. Так, пятерка есть. Вроде как бы все, поехали, будем его начинать тестировать. Давайте начнем просто с рейда. Он хорош то, что он в конце вылазит. Его так сразу его кинули. Видите, он включил свой скилл. В принципе, с одной стороны, очень круто смотрится. И сейчас не так проседает, если вы заметили. Реально не так он уже сливался, как в предыдущие разы. Сейчас я только... героем немножко поменяю. Так, римка, хотя, в принципе, что тут менять, тут все нормально, вроде как бы. Посливались-то и посливались, Анубис вообще не как уша. Поехали еще потестим. То есть в таком вот варианте, когда вы выкидываете его последним на 12-м скилле, он отхиливает 4 цели, дополнительный отхил, в принципе, неплохо. Кулдаун 4 секунды, это многовато, как по мне, даже гаргул будет лучше смотреться, но он дает усиление атаки, то есть он работает скиллом через других героев, в зависимости от их атаки наносится урон, то есть очень и очень круто, потому что если там будут черепа, тессы, бафы, пачка просто унесет. Но опять же, ему надо ударить, ему надо включиться, если он этого не сделает, к сожалению, нифига не будет. Пускаем вот так вот всех. Можно выпускать его вообще в другой стороне. Вот как сейчас, видите, сделал. Я выпустил совсем в другой стороне, и он себе нормально, спокойно там дамажит. И он не находится на линии, скажем так, огня. Вот так вот, раз, зелененьким. Вот опять. То есть вот как-то так оно смотрится. Ну, в таком случае, как видите, он выживает, еще более-менее держится. Давайте возьмем меньше героев. Так, Фредди есть у нас. Да, Фредди, к сожалению, есть. Но возьмем так. Раз, два, три. И его выпустим. Вот он дал подхил. Но, к сожалению, те одну уже слили. Ну, держится еще. Но ему нужна цель. Как видите, ему все время нужна цель. Ну, смотрим, посмотрим хотя бы, что это будет. Хоть видно, как он работает.
Ну, от хила его мало, очень мало, я вам скажу, что... Все фигня. Вот так вот скилл его срабатывает. Все, его уже нет. Но хотя бы подольше держится. Вот это радует. То есть вот так он выглядит в рейдах. А поехали на подземочку. Там мы тоже его тестировали. На подземках, я вам сразу говорю, он не настолько будет актуален, потому что он разрушает, будут герои разрушать здания вокруг, и тыква, соответственно, ваша участвовать ни в чем не будет. Так, ну Садхила у нас тут только его силы. Как видите, слон не всегда срабатывает так, как хотелось бы. Точнее, он срабатывает, но есть время, которое кулдаун, и, соответственно, герои будут станет. Посмотрим хотя бы, как он держит. Ну, как видите, на девятке более-менее смотрится неплохо. Ну и жизни у него побольше будет, то есть, соответственно, у него жизни меньше среднего танка, то есть там 200 с копейками, этого немного, то есть этого мало на сегодня, поэтому ему надо либо баст цеплять, ну что-то такое. Видите, сливает. Ну, включись. Ну, немножко себя подхилил, плюс смотритель. Урона, как видите, от него нет. Единственное то, что он бафает и отхиливает там дружественных героев, но это все фигня. Этот отхил, я вам скажу, 190 тысяч, да, раз в 4 секунды вас быстрее разберут, чем он отхилит, включит второй раз отхил. Ну такое, в общем, я вам говорю, что смысла вливания в него ресурсов я пока не вижу. А вот второго героя хотелось бы посмотреть, конечно же. То есть такого вот плана героя у нас на подземках однозначно нет. Ну, хотя бы выживает лучше. Так, дальше. Дальше у нас идет арена. Поехали посмотрим, что тут у нас. Поехали попробуем. Здесь я показывал, он срабатывает сейчас так, попробуем, а потом с другими героями. Вот он включился, но посмотрите, сейчас его не так сливают, скажем так, плюс уклонение наролили. Довольно-таки вроде как неплохо. А теперь ставим всех героев. Давайте так, его поставим тут поближе. Сюда Буйка кинем, сюда Ворожея кинем, Рейку, Рона, Коронина. Срабатывает тут получше уже. Так, вот смотрите, вокруг всех героев сразу же такое поле появилось, соответственно, все же ультанули, что есть. Смотрите, Огника просто разобрали. Ну, такое вот. Может появиться там, вот у меня там Фрейя среди этого, на голубя может активация, то есть это все рандомно. Немножко не тот противник. Его можно обездвижить, то есть не дать ему включиться и все. У него проблема со станом, то есть надо изначально, если вы его планируете качать, думаете, или если у вас железная воля, ремка, либо где вы будете его использовать, потому что стан он очень боится. Застанете и от героя вообще никакого толку не будет. Его сольют очень быстро и по сути он ни бафа не даст, ни отхилит там, хотя это все равно фигня. Знаю, то есть мне этот герой, ну, такое себе. Так, вот есть еще пачка с огником, давайте еще на нее нападем. Я думал, тут прям сейчас будет мега трэш, но, к сожалению, увы.
Так, вот так вот поехали на забытую. Так, не понял, а я тут пачку разобрал с ним. Там мы тестировали Анубиса, поехали. Вот опять же, очень неудобно то, что у нас все от прорыва сделали, блин. Ставим его. Давайте, кстати, потестим его. Кого еще такого, чтобы сразу включился? Череп где-то у меня был ремочный. Черепа с ремкой интересно будет посмотреть. Пару. Купидона. Теперь попробуй найди то, что тебе надо, блин. Давайте заклинательницу поставим. Я надеюсь, конечно, что сейчас будут у меня какие-то интересные пачки. Если не будет, то попробуем просто череп. Вот отлично. Смотрим. Вот с него Махатма забрал энергию. То есть вам уже не заряжается. Просто посмотрите. Даже не Махатма, там корка на ком-то стоит. Происходит забор энергии и все. Или Махатма там сняла. То есть... Вот нас спас просто череп ремочный. И то еще нет. Не, спас все-таки. То есть вот вам сразу же герой просто бесполезный стал. То есть для этого надо лучше всего ставить ремка и железная воля, чтобы они забирали энергию. Вот вам следующий же ответ. Что ему лучше качать? Как видите, СО вроде как бы круто, но уже первый признак того, что оно... Бесполезно. Поехали дальше. Смотрим дальше. Такая пачка у нас. Отлично. Вот, видите, сработал. Вроде как сработал нормально, но... Половину унесли, но все равно не добили. Фрея, Некрос, Афина. Не зацепили мы их. Ах, я так надеялся. Давайте другого попробуем. Ну вот, видите, опять же, он здесь даже срабатывает на героях. Надо героев впереди всех ставить однозначно. В первую линию еще вам одна подсказка. В первую линию ставить всех, потому что если сработает сзади, зона, как видите, небольшая. И, соответственно, толку. Нет. Сейчас попробуем выставим впереди всех и поставим черепа просто и трифи до этого. Такая у нас будет сборка. Поехали, пробуем. Но ему опять же надо добежать и включиться. Сейчас окаменение пройдет. Ну вот, забрали энергию и все. А вот сейчас неплохо было. Череп, получается, под скиллом своим. Он активировал черепа под своим скиллом. Посмотрите, какой урон. Они просто ушатали огника. Вот это плюс. Вот сейчас мне понравился он, как они вместе сработали. Ну то опять же, видите, 190 тысяч. Неплохо. Неплохо, неплохо. Ну у меня 12 скилл, там просто Анубис. Как видите, тоже все равно не особо много дамага получается у нас. Мы даже его не убиваем, он отхиливается. Ну вот, как-то так, то есть... Что-то такое в этом роде, как бы вот это его. Но опять же, как видите, оно не заходит так, как хотелось бы, к сожалению.
давай уже убивайся об этого Асуру. Так, ну давайте еще вот этого с хроном попробуем. Интересно посмотреть. Ну вот так вот, вот вроде казалось бы круто, там урона сейчас много нанесет, но видите. Не судьба особо. Давай череп, тащи их всех. Череп, красава. Жесть. Вот вам череп. Хоть кто-то тащит. В общем, такой вот, ребята, герой. Показал вам еще одни плюсы и минусы его. Поэтому, как по мне, самый оптимальный вариант — это ремочка и железная воля рунами. И там можно поставить любой талантик рунами в зависимости от локации, чтобы он включался. Ремка однозначно нужна. Ну и, как видите, проблемы с забором энергии не решены. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.